Ну вот, сегодня первый день пасхального праздника, и нам Господь сподобил немножко побаловаться рыбкой. Вот щучка. Андрей Марьянович забаловал так. Ох-ох-ох, вон она. Ее маленько вытащит. Очень. Это первый, вот мы приехали сегодня, дождик. И рыбка такая, она вон, ух, булавница какая. Ну, небольшая, наверное, килограмм на 4, может быть. Может, на 5, не знаю. Смотри. Угу. Вся она раненая, не знаю, перераненная, что с ней. Ну, наверное. Другая щука, что ли? Может быть, большие еще щуки здесь есть. Сейчас посмотрим, вся покупка. Да, да, да. Угу. Ну, что? Ну, оставь пока ее здесь полежать. Сейчас мы ее посмотрим. Снимем большим крупным планом. Ты посмотри, какие зубы. Кто это? Да. Вот такая вот. Если небольшая рыбка такая, а ее... Вот мне. Если у меня такая ладонь маленькая, то это да, в 3 раза больше. Вот такая вот. Нифига себе. Деранул кто-то ее. Кто-то ее дерет здесь. Знаете, побольше щука есть. Ну все, всем привет. Андрею спасибо. Молодец, всем привет передает.